так устроиться. Здесь люди хорошо, некоторые богато живут, да, там. А некоторые выживают, ну это ж везде по-разному, кто как сумел. Второй. Это сейчас за он там, где те дома, он. Где дома, это просвещение там дальше. Или вы это еще просвещение? А, дальше. Это еще. За этими домами. Туда еще. Да, еще. Да, я сейчас смотрю. А на Хашимина. Ну, на Хашимина сразу выйдет. 1,4 километра написано. И поворот не делает. Озерки Пряны, улица Композиторов, разворот Шуваловский, правильно. А нам надо на Озерку, да, куда? Да, мы едем. 1,1 километра. 25 километров на Пряну. Ну, погода очень хорошая, солнце не похоже. Так, мы надо сюда вот поближе, да? Так. Здесь еще три. Да, мы знаем, тут 750. Вон те дома, по-моему, да? А, это у нас там же заправка, блин. Так, по второй, сюда. По второй сейчас еще. Налево, налево сейчас просвещение. Хашимина, на где? Хашимина точно. Ага. Прямо. Ага, следующий перекресток. Значит, там понял у нас. Следующий перекресток. Все. Все, все, все. Сейчас за перекрестком надо будет влево уходить. Это Выборгское шоссе, да? Или Приозерское шоссе? Выборгское. Она уже показывает улицу Пушкина.